Все, начинаем забросы. Отплыли мы. Нормальное расстояние. Проверяем на наличие рыбы этот водоем. Ага. Надо что-то поменьше, друзья. Тогда она будет более активно браться в этих местах-то. Маленько ветер утих, но это только маленько. Кружок обороздим. Вот такие дела. Угадал. Тяну ту же самую борозду. Надо было кинуть вдоль солнцевой дорожки. Вот, почти. Солнце кинем. Даже маленько перекинули. Но ничего, ничего. Абсолютно не вижу нифига. Вот сюда. Должна быть там щучка. Так. Я, кстати, вчера еще сюда хотел приехать.
заманили на Ошу. На Ошу я одну поймал всего, чурогайку. Грамм на 300. Мы вчетвером были. Руська поймал, короче, трех. Евген поймал одну, Колян одну. Ну, Русе повезло. Ему вообще никогда не везет. Ни на кого. По крайней мере, со мной как рыбачит он. Обычно он без рыбы остается, друзья. А тут ему просто повезло. И то ему бы не повезло, мы уже домой поехали. Я сказал, пацаны, давайте сюда заедем. Это раз. И два, у меня воблер оторвался, я пока туда-сюда провозился. Он вперед ушел и обловил место. Так бы он хрен чё поймал, друзья. Руся, слышишь, что? Хрен бы ты чё поймал. Потому что ты, блин, очень как-то, блин, неправильно к рыбалке относишься. Не клюет, не клюет, но значит клюнет. Надо же выдержаннее быть. Рыбалка непредсказуемое дело. Вот такие дела, ребята. Тут на мели кто-то должен быть. Опа. Разворот на 180 почти что. Чё за ерунда? Вот так надо разворачиваться. Сюда кидаем. Вот и тянем. Травой. Через минут 5 будем вылазить на технический перерыв. Надо лодку подкачать до сидушку. Одного выскока, шут.
чуть-чуть. Все, он занырнул в траву. Как же туда вода-то попала, я вообще не пойму. Только вылез, от берега сразу же отошла, сука, и замазала. Вот, блин, они все возле берега, походу, стоят. Опять зацеп травы, блядь, пока у меня леска переплюнулась. Сейчас мы ее возьмем, если она возьмется. Так, ладно. Вот сюда, хоп. Травень. Ну что, вот так вот вдоль берега трава стоит. Таких вот мелкотах она и стоит, чурогаечка. Травень, блядь. Вот сюда еще кинем, проверим. Прозвоним сейчас. Поверху шпарит, травы нет. Видите, опять промазала, блядь. Она крутится вот в этом пятаке, блядь. Сейчас я вот так. Вот так вот ее сюда. Хоп. Мне главное угадать куда-нибудь. Ах ты, сука, сошла, блядь. Тройник неправильно зацепился за поводок. Хорошая, ребятки, чурогайка. Хорошая. Грамм 400 точно, 500. Сейчас вот здесь. Ну, я думаю, вот в это место не стоит даже. Хуй его. Сейчас проверим, вернулась она или нет. Ну хотя зацепа не было. Хотя фиг его знает, сколько ей надо этой щуки. Да.
два, блядь. Ну, цепанулась. Я ее прям видел. Прям под водой видал. Сейчас я ее выдерну. Сейчас. Я понял, как ее надо манить. Ага. Ах ты, блядь. Может, видели вы ее под водой? Я ее опять заметил. Грамм на 300. Небольшой карандаш. И вот скорость, когда я сбавляю, она тогда это подскакивает. Сейчас. Вот здесь. Попробую так ходом протянуть. Вот здесь глубина. Собака-то, а? Это уже борьба, блин. Борьба. Ха, кто кого? Или она добьется того, что я ее брошу? Вот она взялась. Ах ты, сука! Вот здесь вот она где-то. Она не уходила, блядь. Она где-то здесь. Хорошая была. Другая, друзья. Тоже другая, ребятки. Это крупнее, блядь. Это уже борьба, блядь. Настырная какая. Ну все, она, наверное, обкололась, ребятки. У меня воблер как тонет. Жопкой к низу. Я даже не понял, куда она ушла. В какое место она перешла. Там дождь идет. Щуканочка ушла, блин. Где ж ты, моя щука? Где же ты, где? С воблером ты, ай да ко мне, щука. Я тебя так хочу. Давай вот сюда. Воблером стоя намного лучше работается. Я как бы это... Не сидя это. Блин, как же в него вода-то набежала, а? Даже не представляю. Как?
раньше всплывал. Промазала вчера гайка, друзья. Только вот скинул первый вброс, и она промазала. Так, проверка. Видите, какие тучки идут. Где ж ты, моя чурогаечка, где? Давно таких у нас не ходило. Ай-яй-яй. Минут на 15 дождю можно. Но не затяжной, чтобы был. Потому что это будет жопа, если фон будет затяжной. Я промокну сильно. И рыбачить будет потом некогда. Комар поднимется. Эх, подруги, подруги. Мои подруги зубастые. Какие же вы зубастые. Кстати, зубы у них вообще старые. Видите, ветерком все равно нас разворачивает. И это фигово. Берег выкинули.
где ж ты? Вот здесь же где-то бралась. Давай. Берись. Берись, моя хорошая. Берись, вкусный воблер, давай. А сковородка какая теплая. Ай-яй-яй, а в ларе-то как холодно. Ой-ой-ой. Давай, давай, давай. Ну ты хитрожопая выдра. Зацеп травы, блядь, идет. Воблер у нас крючком был, зацепился за поводок, но он расцепился. Вот так сейчас более нормально закинул. Так, ну теперь задние места будем прозванивать. Впереди мы прозвонили все. Теперь вот там, где у нас сошла она. Вот сюда забубеню. Давно мы не вытаскивали рыбку. Ай-яй-яй, какая туча. Ай-яй-яй. Ну там вот должна быть тоже щука. Но не обязано, ребята, да. Должно, но не обязано. Ну-ка вот, где у нас сорвалось, вот туда, блядь, кину. А-а. Абсолютно, а-а. Ну-ка вот сюда к берегу. Вот сюда сейчас дзинкнем. Вот сюда вот так. Опа. Поворот лодки у нас херовый. Волной ребятишки сносит нас. Такой вот ветреный. И поэтому
траву загубенил. Ну, половина, конечно же, она слетела. Сейчас вот, вот в это окошко. Так, ладно. Все, друзья, штиль начинается. Три чурогайки так и есть. Так. Так, ладно, сейчас он туда упал. Удар был. Вяло-вяло бралось. Просто вяло взялось. Блять, не туда кинул. Перекинем туда, где бралась. Примерно туда. Еще был удар. Балдеть, что за херня такая? Слабенько вообще, как будто бы просто врезается в нее и даже не хватает. Промазала, друзья. Небольшая трехсоточка. Трехсоточка промазала. Комары какие-то противные, маленькие. Рыженькие, бля, кусаются так больно. Обалдеть, сколько мальки спрыгнуло. Значит, там щучки не должно быть. Раз они на месте стоят. Думаю,
в этом месте у меня должна щука взяться. Притом при всем неплохая. По крайней мере должна. Вот сейчас проверим, есть ли она тут или нет. Заброс-то дальний, блин. Вот в траву прямо уже попал. Блять, как жалко такой заброс с травой, сука. Угу. Трава, блядская. Вон там плескается. Сейчас мы туда подтянемся. Сейчас. Ну как раз туда, где плескалось. Крикаш, черки, два крикаша, 8 уточек. Вот. Прям возле лодки, друзья, взялась я. Возле лодки, блин. Вот она, четвертая. Красавица моя, родимая красавица моя, айда сюда. Так. Ударчик был, то ли мне показалось. Блин, но я, по-моему, траву взял. Точно траву взял. Сошла трава. Таким вот образом. Да. Комары атакуют, блин. Надо застегнуться. Так вот, хотя бы. Капюшон одеть. Руки-то фиг с ним, пускай грызут. Иглоукалывание делают. Ну вот, уши. Задалбливают. В лицо лезут, руки отвлекаешь. Отмахивать. Где-то кто-то сыгранул.
Так, ладно, отключим. Много травы. Вот такой вот солнечный заход в облака. Как андатру тащу, блин. Вау. Прикол, друзья, вон там ливень шпарит. Сейчас сюда придет. Ё-моё. На берег надо быстрее. Ай-яй-яй. Вон там уже ливень. Ливень. Там он вообще льет, блин, как из ведра. Я сначала подумал, это утки сваливают. Ха-ха, нет. Это ливень. Хотя, чё мне прятаться? Или спрятаться? Или нет? Ой, тут всё в ёлочках. Нафиг я, наверное, не буду прятаться. О, какой дождь. Идиот, дождь. Или спрятаться. Он меня махом промочит, блин. Камеру тоже. Так, друзья, ведем прямой репортаж из-под дебаркадера. На улице идет маленький дождик, мы решили спрятаться. Вот, чуть-чуть. Так бы, если бы мы не спрятались, мы бы совсем не намокли. Как бы это вот ничего, такие явления слишком часты. Но у нас лодка не оказывается рядом с нами. Так что нам повезло, что мы находимся под этим зонтиком. Поймали 4 щуки. И сидим на кочках. Вот на таких кочках. Видите, вот вылез. На кочке. Посидеть. Все, теперь начинается морось. Морось, солнышко, вот смотрите, друзья. Да, солнце. Все, это мы удачно вылезли. Сейчас мы будем прозванивать. Прозваниваем вот этот вот омут. Здесь должно быть немереное количество щуки. Массивно держаться в этих местах. По сравнению с вот этим вот местом, вот это вот две радуги у нас. Вот видите, там-то узкое место, вот по сравнению с этим, это узкое место. Вот, видите, здесь вообще широко, прям в два раза шире. И очень даже большое скопление щук ожидается. Но это все после мороси, видите, у нас тучка как бы уходит. Друзья, ой, уходит, вот, уходит вместе с дождем, ребятки, и вот в такую вот радугу это все превращается, друзьяшки. Ну все, давайте, будем продолжать рыбалку, рыболовные приключения с Fisherman Hunter, оставайтесь, смотрите, все. Чем, друзья, меня радует этот сегодняшний дождь? Нет, не тем, что я сегодня спрятался под лодку, а тем, что буквально вот-вот полезут подосиновики. Нынче мы ходили в грибы, ну, буквально недели полторы назад. Грибы есть, но они все как сухофрукты. Блин, опять в траву кинул, ё-моё. Они все как сухофрукты, их невозможно собирать. Они сухие, сухие. Вот. А сейчас вот дождь пошел, и должны припариться грибочки и начать расти хорошо, интенсивно. Так что я рад этому дождю. Безумно рад. Задалбливает эта трава. Уже и осока появляется, друзья. Ну а радуга все больше становится. Сейчас вот здесь вот так
Вот сюда вот так кинем, ага. И вот так потянем. Прям по солнышку. Может кто и тукнет. Так, ладно. Сейчас вот, вот этот вот заводюху. Ну, здесь уже больше килограмма должны быть экземпляры. Потому что вот тут такая узкая местность, и травой все забито. И они туда реже переходят из-за этой травы. Сейчас вот спутаем вот так все, друзья. Перепутаем вот это все дело. Утки вообще тут дофига. Сами видели. И они здесь еще не шуганные, ребятишки. Ее еще никто не спугнул, она меня даже не боится. Ни во что не ставит. Они даже не понимают, что это просто дядька пришел в разведку сюда. И их потом будет в казане жарить. Взялась, друзья. Не знаю, возьму, нет ее. Сука, уйдет сейчас. Уйдет, уйдет. А-а-а. Вот это уже, друзья, лучше. Вот. Хорошо взялась. Вот это уже лучше. Я же говорю, что здесь монстрее пойдут они. Монстрики. Видите? Монстрики с пиявками на ебальниках. Ну вот. Что хочу сказать. Приятный результат. Приятный, друзья. Очень даже, да? Лапулечка ты моя. Давай, короче. В люльку сейчас пойдешь. Ну, уже достойный результат. Это у нас уже пятая чурозайка. И ко всему, что я вам сказал, она, хочу добавить, что она самая крупная. Вот. Ой, отдай мой тройник монстрила. Монстр щук. Щука монстр. Монстрила. Ребята, если у вас есть сердце, помогите, пожалуйста, мне продвинуть этот видос. Сделайте, пожалуйста, максимальный репост этих видеороликов, которые вы посмотрели, смотрите. Вот, пожалуйста, помогите, мне нужно продвинуть канал. Осталось 1400 часов до монетизации, друзья. Вы, наверное, видите, я стараюсь, снимаю много видосов, но продвижения никакого нету. Без компьютера плохо монтаж делать. Ну, как получается, друзья. Ну а я с леса не вылажу, и с водоемов тоже не вылажу. Видосов у меня очень много. На канале я уже смотрел, у меня уже почти 1700 видеороликов, которые, ну, большинство закрытых, может 400 открытых. Ладно, продолжаем рыбалку. А, блин, друзья, опять дождь пошел, короче, вообще бешеный, блин. Бешеный дождь. Я просто не понимаю, откуда, бля, наверное, с вот этой тучки. С вот этой. Короче, прячу камеру. Че, друзья, закончился дождь. Будем спускаться на воду. Спускаемся на воду. Продолжаем рыбалку. Результат у нас 5 чурозаек. Ну и продолжаем. Посмотрим, что будет дальше. Промок, короче, вот так вот. Ну все. Промазала и попала второй раз. А, ушла, падла. Ушла. Полкилушка была. Да зря я маленечко сбавил. Она и поэтому и сошла, ребятки. Но зато
Адреналин. Блять, в траву кинул. Снять елочку надо. Я вообще, когда в елочку зацепляюсь, я стараюсь по-быстрому возвращать все и отцепить. Как-то так, ребятки. Я уже на рыбалке часа 4, наверное. Да. Как-то так, ребятки. Процесс, конечно, не из легких. Но я жалею, что я плащ сегодня не взял. Я еще думал его взять. Потом думаю, нахер он мне нужен. И не стал брать. Так, переплывем дальше. Дальше вон туда. Сейчас здесь что-нибудь бабахнет. Что-нибудь бабахнет. Проверяем, бабахнет или нет. Бля. Запуталась маленько. Хоп. И пошел. Кто-то был. Идет кто-то. Идет кто-то. Нихера, сразу же, друзья. Сразу же, блядь. Сказал только бабахнет. И бабахнуло. А, сука, стой. Опа, есть. Шестая, ребятки. Давайте, короче, ставьте лайки. Делитесь видосиком. Вот. Ах ты, блин, ну это вообще хорошо, блин, взялась. Прям вообще ништяк. Прям и ноздри все испортились. Я же говорю, бахнет, значит бахнет. Когда я сказал бахнет, значит бахнет. Мне уже в пакете щук, видали сколько? 6 штук лежит. Нормально. За килограмма 4 есть, наверное. Ну не 4, но 3 точно. Вот. Так, ладно. Бахнуло нормально. Грамотно бахнуло. Не дергайся, подруга, тебе уже и так хорошо. О, промазала, видели? Промазала прямо. Вот промазала, сейчас перекинем, друзья. Блять, не туда. Не туда, блять. Дохуя лески оставил. Тройник еще, блядь, за поводок путается. Так зацепляется. Сейчас мы его подмотаем по себе. И вот туда же бабахнем. Хоп. Давай. Бахни. Бахни давай. Бахай, подруга. Давай Ютубу. Контент новый. Показывай. По рыбалке. Давай. Подруга, давай. Тебя же весь YouTube увидит. 100 просмотров будет, блядь, за 2 года. Давай. Ну давай, ну пожалуйста, я тебя же сожрать хочу. Ой, вы меня так не пугайте в пакете, а, ребята? Я ж, блядь, это... дернулся. Мне ж страшно стало, ребята. Вот сюда вот кину, хоп. Давай, вот сюда. Thank you.
капюшон на уши давит. Плохо слышно. Может, где плескается, я не слышу. Ну, капюшон это у меня, конечно же, для защиты от комаров, чтобы уши не грызли. А вон там утки плавают. Так. Давайте, щучки мои. Хорошие мои подружки, мои зубастенькие. Давайте, берите, щучечки. Кажется, я в траву бабахнул. Точно, трава в двух местах была. Наверное, с травой идет были. Обилась вся трава. Правильно, сейчас вот сюда вот так аккуратненько, хоп. Вот так бахнет. Так. Переплывем, ребятки, вон туда подальше. Да, переплывем сейчас. О, здесь глубина вообще ништяк, походу, будет щука стоять. Тут, походу, и трешки, и пятерки должны быть щучки. Сейчас вот здесь проверим, что будет, не будет, непонятно. Так. Развернула нас жопой туда. Ах, а я думал сошла, нет. Вот она сошла, красавица. Подруга, блядь. Сука. А там вон утка села. Чирок сел. Сука, как ты это... Глубину я ей дал, друзья, я думал, она сошла, а она просто вниз пошла, под лодку, и все. Вот глубину дал, и она поэтому ушла. Ну а так, ничего, приятно я потяну. Хорошо она тащилась. Вылезла щука у меня с пакета. Да, вот так, хоп. Да. Да-да-да. Удар, сошла, сука. Сошла, блядь. Туда же. Но она обкололась, друзья, она харкнула ее. Вот сюда сейчас кинем.
И вот тут потянем. Надо было даже ближе к берегу. Так, развернемся спиннингом. Сейчас вот сюда вот ближе к берегу бабах. Блять, туда же попал. Вот сюда хотел, надо было первый раз сюда кидать. Две подряд. Сошло, блядь. Или три. Три, друзья. Три подряд сошло. Охренеть. Вот это неудача. Если бы без ходов, так вообще бы можно было натаскать. Нормально. Солнышко уже в закат, скоро пойдет. Опа. Давай оттуда сейчас что-нибудь вытащим. Бабахнет сейчас. Блять, видите, только сказал бабахнет, бабахнуло нахуй. Мне лучше не говорить бабахнет нахуй. Друзья, блядь. Вот это бабахнуло. Собака, сейчас давай туда. Вот так. Бабахнет сейчас. Давай, давай, возьмись красиво. Давай, айда, на YouTube пойдем. Давай, давай, давай. По щучьему велению, по теменному хотению, ловись, щучечка моя, сейчас. Ловись, ловись, большая, ловись, ловись, большая. И... Но это не обкололось, друзья. Это не обкололось. Друзья, я вот думаю, может мне попробовать блесну поставить. Сейчас я быстренько воткну.